однажды весной, вдохновенной, в одной из московских квартир, собрались совсем не худые спортсмены, речь ушла про мир. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый увесистый я. Отправлены разные грузы, девушки базар взял нас в плен. Шурпа, помидоры, лепешки, арбузы, соус, белодонный курьер. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый усидчивый я. Окончился путь негородный, гора перед нами встает. Присутствие чаю, отсутствие водки, да разве что трезвый взойдет. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый задумчивый я. На них брать против сомнения, ощарю саги по заре. У каждого было особое мнение, как лезть нам по этой горе. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и самый настойчивый я. Один уронил общий спальник, он в пропасть летел, как топор. Другой молотком зашарашил по пальцам, но всех вместе радует спорт. Аркашу, Алешу, Юрашу, Климашу и даже представьте меня. И были сказать откровенно, помянуты в трудных местах. И белые горы, и дикие стены, и общество наше Спартак. Аркашей, Алешей, Юрашей, Климашей и самым воспитанным мной. С горы мы пришли синяками, тут жены нам радио шлют. С такими, как вы, говорят, толпаками, пускай уж другие живут. С Аркашей, Алешей, Юрашей, Климашей и самым порядочным мной. Мы приняли это как вызов, решили, что всем нам пора. Остаться под видом залежских киргизов и лазить всю жизнь по горам. Аркаша, Алеша, Юраша, Климаша и Визбор, советский киргиз.